Вот уже почти 10 лет на территории региона успешно работает Совет региональных местных властей и сообществ. На очередном заседании Совета обсудили реформирование местного самоуправления. В первую очередь прозвучало предложение прописать Совет региональных и местных властей в уставе Ульяновской области. Что хотелось бы отметить, что не просто существует этот орган, существует у нас и соответствующая нормативная база, но она должна, на мой взгляд, быть. И мы поддерживаем ваше предложение, Сергей Иванович, в том, что она укреплена, и статус дополнительный необходимо придать, легализовать, так сказать, как юристы используют эту терминологию, и закрепить этот институт в соответствующем, в самом важном документе, это у нас устав Ульяновской области. Все участники заседания получили для ознакомления предварительную схему деятельности Совета. В ней ключевая роль отведена Бюро Совета. В этой связи основной задачей в 2020 году станет, не знаю, может быть, не совсем правильное слово подобрал, такая реновация и организация работы в межсессионный период, такой вот там, старый, новый, можно даже сказать, структуры Бюро Совета. Ее состав должны войти. То есть это постоянно действующий орган, который будет работать у нас на более профессиональной основе. Члены Совета высказали свои предложения по эффективности работы. В частности, как будет избираться местная власть, в том числе глава администрации либо городского округа. Я считаю, это очень правильно, наверное, если кандидат на должность, на будущую должность главы администрации района или городского округа будет представлять на замещение вакантной должности свою программу. Эта программа будет обсуждаться среди населения, депутатского корпуса, и это будет распространяться в информационных сетях, то это будет, наверное, правильный подход, потому что кандидаты могут предлагать разные программы для развития своей территории, это очень важно. И сегодня хотелось бы вместе с главами администрации, специалистами обсудить вопрос качества реализации данных национальных проектов и полного взаимодействия региональных органов власти, органов местного самоуправления при реализации этих национальных проектов. Все эти предложения были поддержаны Советом. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Улправда ТВ.